Доброе утро, дорогие друзья! Я, как всегда, бегу в нашем доме. А с той стороны, с другой стороны дома, там у нас комната, это восток. Я всегда смотрю, где солнце. Я встречаю рассвет, потому что встаю очень-очень рано. Люблю попасть в эту пору, встретить восход солнца. Поднимаешь себе настроение, чудесное состояние. А сегодня пришла туда, и там облака, а солнца нет. Что делать? Как быть со своим состоянием? Да нет же. Господи, я счастлива. Наступило прекрасное, доброе утро. И какое бы оно ни было, оно прекрасное. На улице ветер. А самое главное, посмотрите, пожалуйста, я долго показываю вот этот момент. Вот там, около этого фонарика. Там, кстати, остановка, и школьный автобус приезжает. Но он уже уехал. Вот около этого фонарика, обратите внимание, что там вдали. А там вдали облака. А под облаками я увидела радугу. И как ваше состояние? Радуга-дуга в Лас-Вегасе. Ой, вот она какая сейчас яркая-яркая становится. Вот там она образовалась. Вот там горы, там тучи. За горами, между прочим, в 100 километрах где-то, там снег, там штормовое. Там холодно, а у нас в Лас-Вегасе радуга, ветер, и уже чувствуется солнце. Солнце появилось из-за туч, конечно, уже восход солнца есть. О, а что это полетело? А потому что это ветер поднял какой-то у кого-то пакет. Но не будем обращать внимания на это. А посмотрите, около этого фонаря радуга. Очень люблю смотреть на радугу с детства. И сколько бы лет ни жил человек. Это природа. И говорят, что надо подойти и встать под эту радугу. Но там вот обрывается туча. А где ее конец? Трудно сказать. Но она становится все более ярче и ярче. Потому что тучки бегут оттуда, и радуга приближается к нашему дому. Боже, это сказка. Дорогие мои друзья, я просто счастлива, находясь здесь, в Лас-Вегасе. Конечно, здесь пустыня, здесь нет осадков. Здесь может быть только лишь ветер. Сейчас у нас сегодня 27 февраля 2014 год. Конец февраля. А я, между прочим, загораю. Я и в декабре загорала, и в январе. А вот над радугой летит самолет. Он пошел на посадку. И здесь хорошо. Медленно, но продвигается она к фонарику. И вот здесь дальше у нас чистое небо, только там вдали облака. Конечно, они к обеду могут и прийти сюда. И вот эти пальмы. Пальмы на ветру качаются. Ну что ж, надо идти заниматься спортом. Замечательно. Дорогие друзья, заходите на мой канал youtube.com/MilaGurzov. Ставьте плюсики, подписывайтесь на мой канал. Вам могут приходить
Очень интересное сообщение с видео. Потому что в каждом человеке есть крупинка творческого состояния. И если хочется поделиться, почему бы и не поделиться своим состоянием души? Самое главное, что в нашей душе была любовь. Любовь к ближнему, любовь к этому миру, который создал Господь. Любовь к этим пальмам. Ну что ж, дорогие друзья, надо идти заниматься спортом. Я в своей комнате. Иду в другую комнату заниматься зарядкой. Я люблю турник. И я люблю гимнастику. Она необходима. И никогда не говорю слово «устала». И не говорите слово этих в своей жизни. Устал, устала. Я заболел. Мне очень тяжело, у меня такое состояние. Никогда не произносите этих слов. Даже если вы тяжело работаете, очень тяжело, просто невыносимо. Приходите домой, приезжаете домой и не можете ничего уже сделать. Руки не работают, ноги не работают, голова падает, сон. Не произнесите эти слов. Нужно просто отдохнуть. А проснувшись, тем более нельзя говорить этого. Надо просто сказать: «Доброе утро. Я славлю это утро. Это замечательное утро, которое наступило. Это нежное голубое небо, и этот ветер, и эта природа, и этот мир, который создал наш Господь». Я просто счастлива, что я вижу все это. Или я счастлив, что я вижу все это. И мои мышцы, все мое тело наливается такой силой, такой энергией мощной, что я просто готов летать. И я счастлив от того, что в моей душе, в моем сердце есть нежность и любовь ко всему и ко всем в этом мире. И вы никогда не устаете. Вы полны энергии. В каком бы вы возрасте не были, вы всегда молоды, вы всегда энергичны, вы всегда счастливы, дорогие друзья. Заходите на мой канал youtube.com/MilaGurzhov.